как стали отключать свет, просила. Все районы освещаются, только верхний солнечный, вообще как спальный район. Я вчера, честно, в 7 часов вечера звонила на горячую линию. Мне сказали, нету времени, нам даже не привезли вот этот фонарь. И буквально в 9 часов вечера сбивают эту девушку. Девушка, это было реально. И я звоню, и я им так и сказала, вы что, твари, дождались, чтобы был летальный исход? Девушка, это так и было. Вот часто у вас аварии происходят здесь? Да, девушка, очень часто. На солнечном очень часто. Очень часто. Мы хотим, чтобы нам поставили вот этих вот полицаев тонких, и не по одному, а штуки по три, потому что у нас тут ходят дети в школу, спальный дети район, ходят школа. На танцы. Ну куда это годится? Ну что постоянно это у нас дети возвращаются с танца в 7 часов. Как бы мы выходим, их встречаем, но все равно настолько вообще пешеходный переход вообще ужасный. Машины, которые едут с Аршинцева, вообще не останавливаются. Не останавливаются. Девушка вообще не останавливается. Это не первый раз, это случается буквально раз в полгода. Постоянно. Случается какая-то беда. А это два дня подряд. Сколько можно? Ну сколько можно?